RetailTech продолжает свою работу. Рядом со мной интересный спикер Александр Кубанишвили. Это модератор завтрашней интереснейшей сессии, где будет много маркетинг-директоров. Здравствуйте. Добрый день. Очень хочется узнать, что нас ждет завтра. Стоит ли людям срочно менять свои планы и обязательно попадать на нее, на эту сессию? Ну, смотрите как. Если людям интересно узнать про маркетинг в ритейле, то, конечно, завтрашнюю сессию пропускать нельзя. Потому что нам удалось собрать директоров по маркетингу крупнейших российских ритейлеров из разных секторов. У нас будет директор по маркетингу «Озона», «Перекрестка», «Магнита». Специально приедет директор по маркетингу торгового дома «Петрович» из Питера. Также будут директора по маркетингу «Ашана», «Иконики» и «Литуаль». И в качестве приглашенной звезды и такого внешнего эксперта руководитель российского офиса «ТикТок». Наверное, самой быстрорастущей интернет-платформы на данный момент. В общем, будет горячо и интересно. Приходите. Здорово. Расскажите, как для вас проходит наша выставка, ваши впечатления от нее? Ну, впечатления, во-первых, все очень технологично, очень динамично, большое количество народу, как бы, ну, абсолютно четкое ощущение, что людям, в общем, надоел карантин, все изголодались по такому нормальному профессиональному общению, поэтому людей много, люди релевантные, много знакомых лиц, еще больше незнакомых лиц, поэтому в этом плане, мне кажется, конференция уже, можно сказать, удалась. Насколько я понимаю, у нас локдаун ввел свои какие-то реалии, и, получается, все ушли в онлайн, продажи тоже. И, получается, насколько изменился рынок, и насколько вот ваше общение сейчас сводится к каким-то новым веткам развития ритейла? Ну, знаете как, онлайн онлайном, но живое человеческое общение никто не отменял. Конечно, в чем-то, как бы, мы продолжаем общаться с клиентами в Zoom'е, там, или через Google Meet. Но особенно, когда речь идет о каких-то новых знакомствах или о каком-то таком более глубоком знакомстве между людьми и компаниями, конечно, офлайн вне конкуренции. Поэтому я очень рад, что я сейчас здесь, а не в Zoom'е. Спасибо вам огромное. Пожелаем вам удачи. Надеюсь, ваша сессия будет максимально продуктивной для всех игроков рынка. И надеюсь на встречу в следующем году на нашей второй выставке. Спасибо огромное. Супер. Спасибо большое вам.